человек, который видит сердцем, ты человек, который знает, что такое преодолеть всевозможные невзгоды, препоны, состояться, не опустить руки, потому что это человек, который показывает собственным примером, как можно сохранить в себе самые добрые, замечательные качества, как можно поставить цели и идти к ней. Каждое выступление – это для каждого артиста, сколько бы или какое бы время ни прошло, это все равно некий опыт. И, безусловно, мы, каждый из нас, учимся у друг друга, и этих малышей в том числе. И самое главное, мы видим их трепет, их трогательность, вот эту милоту, и вот это самое главное, и мы этим заражаемся. Мне безумно понравилось данное мероприятие, потому что встреча получилась такой уютной, домашней, как-то даже и семейной. Александр, он очень душевно с нами общался, Диана очень мило отвечала. Это была просто незабываемая театральная гостиная, которую я очень-очень надолго запомнила. Я не думала, что Диана настолько душевная. Она всегда благодарила людей, которые с ней работают. Вот, и она очень ценит их, и мне было очень приятно увидеть, как она дорожит всеми людьми. Удивительная возможность детей, артистов детского музыкального театра Демисольки, встретиться с теми партнерами по сцене, с друзьями нашими, которые известны, которые любят общение с детьми и понимают в нем, которые готовы раскрывать секреты. Особенность в том, что это не просто встреча, это возможность нам смодерировать общение с детьми таким образом, чтобы эта картинка получилась интересная. Так они слушают и задают свои детские вопросы, иногда очень или каверзные, или очень умные, очень неожиданные.